Мої вітання на телеканалі «Зет» програма «Актуальне інтерв'ю» і я її ведуча Оксана Горобцова. Сьогодні в гостях в моїй студії керівник Агенції регіональних ініціатив Олександр Павлов, який до того ж був ще й організатором поїздки запорізьких журналістів до саміту України-ЄС у Брюсселі 24 листопада. Тож, власне, про підсумки цього заходу для України і будемо говорити в нашому ефірі. Олександр Павлов – журналіст, експерт з політичних і корпоративних комунікацій, керівник Агенції регіональних ініціатив. Закінчив журфак і аспірантуру Ленінградського університету. Журналістську кар'єру розпочав з «Комсомольської правди». Автор масштабних регіональних медіапроєктів, видавець і шеф-редактор журналу «Свій», спеціалізується на темі європейської інтеграції України, співпрацює з європейськими ЗМІ. Вітаю вас, Олександр, в нашій студії. Здравствуйте. Отже, саміт Україна-ЄС 24 листопада так і не приніс Україні очікуваний безвіз, хоча здавалося, що, в принципі, і очікували всі саме такого рішення, що нам знову-таки відкладуть цей термін. Якими були настрої журналістів саме там, у Брюсселі, під час оголошення цієї інформації? Ну, конечно, вы правы, результат такой ожидался, он прогнозировался изначально. Единственное, что, наверное, и журналисты, и руководители Украины ждали, наверное, того, что все-таки более конкретно прозвучит, почему и когда же все-таки, да? Ну, я как журналист веду тему европейской интеграции Украины и стараюсь ездить на все саммиты Европейского Союза, связанные так или иначе с Украиной. Поэтому, ну, по моим подсчетам, вот это вот откладывание без визы для Украины уже в шестой или в седьмой даже раз происходит. Ну, в мае 2015 года я был в Риге, писал тогда большую статью про саммит, про саммит Восточного партнерства. Ну, это проект европейский, в котором участвуют 6 стран, которые, ну, потенциально рассматриваются как кандидаты в наступление в ЕС, в том числе Украина. И все те же люди стояли на сцене Национальной библиотеки латвийской на пресс-конференции финальной. Это был Юнкер, президент Еврокомиссии, Туск, президент Европейского совета и наш президент Петр Порошенко. Вот. И эти люди говорили с трибуны, что да, ребята, осталось полгода буквально вам чуть-чуть поднапрячься, ну, сделайте, включите механизм борьбы с коррупцией, приведите в соответствие с европейскими нормами какие-то ваши законы, прекращайте дискриминировать секс-меньшинство при приеме на работу, запустите механизм электронного декларирования доходов чиновников, и все у вас будет отлично, дадим вам безвизовый режим к концу 2015 года. Ну, все мы были свидетелями, как все это происходило, и худо-бедно механизм электронно декларированный запустили. Как уж там, с каким скрипом и какой сейчас результат мы видим. Европа, конечно, ахнула, посмотрев на абсолютно нелицемерно задекларированные доходы наших держслужбовцев и чиновников. Поэтому, ну, тем не менее, все равно по-честному мы все выполнили. И, допустим, на этом саммите, ну, то есть я еще хочу сказать, что этого не произошло. С 15 году, в конце 15 года нам без визы не дали. Потом в течение всего 16-го приходили какие-то новые вызовы, в том числе для Европы, в первую очередь для Европы, когда все это откладывалось. Ну, мы прекрасно понимаем, что Европа придумала себе вот этот вот так называемый механизм приостановки безвизового режима в случае каких-то вызовов для третьих стран. Вот. И до сих пор этот механизм не принят. Несколько дней назад, неделю назад, наверное, в Брюсселе в том же собирались представители европейских институций для так называемого, тоже слово придумали, триалог, да, на котором должны были, опять же, обсудить этот механизм и принять. Не приняли, не обсудили, ну, вернее, обсудили, но не приняли, и этот механизм должен быть проголосован Европейским парламентом. Ну, тем не менее, пока не проголосований, нам відмовили знову ж таки из причин, что не подготовленный достеменно цей закон, але
про розчарування. От ви вже зазначили, що не вперше були на подібних самітах і чули, коли Європейський Союз говорив про умови, які треба виконувати Україні, і от тоді-то ми зробимо, от тоді-то ви побачите, от тоді-то ви отримаєте. Чи з часом розчарування не стирається, відчуття розчарування? Розчарування, наоборот, накаплюється і вже превращається в критичну масу. Потому что вы правильно говорите. И таким была дуже емоційна прес-конференція з цього приводу. Да, і Україна дійсно виконала все. Як виконала, це вже другий вопрос. Но Европа признала, что это все выполнено. Все 144 пункта плана действий по визовой либерализации. И Туск, который дружит с нашим президентом, и было видно, что ему горько это признавать, он был искренен, я признаю это, и он по-украински говорил на пресс-конференции, говорил, так, Украина все выполнила, и то есть целую речь по-украински он произнес, и было видно, что все, что он мог, сделал. Да? Вот. Но тем не менее, ну, факт остается фактом. Ну, извините за терминологию, по-пацански, что называется, Европа должна была дать безвизовый режим, наступив на горло своим фобиям и страхам, но этого не произошло. А страхи, да, остаются прежние. Это кризис, это мигрантский кризис, которого под притоком беженцев Европа боится больше всего. И Европа прекрасно понимает, что у нас по официальной статистике около 2 миллионов. Меня все время поправляют, называя их временно перемещенные лица. Да? Но по факту это все равно беженцы, это люди, которые убежали от войны. И на Западе тоже их называют refugees, беженцы. И мы будем называть вещи своими именами. Понятно, что Европа опасается, что когда откроются границы, часть этих людей приедут в Европу, пусть и нелегальным образом, и будут занимать рабочие места европейцев. Вот. Тож сьогодні, коли озвучено черговий термін грудень місяця вже поточного року, напевно, він знову ж таки у журналістському середовищі сприймається неоптимістично. Ну, це невозможно технічно. Ну, давайте смотреть правді в глаза. Механізм приостановки не придумали. Европейский парламент не проголосовал ще. І на повестке дня Европейского парламента ближайших засіданий этого нет. По процедуре, кроме Европейского парламента, должен проголосовать безвиз для Украины и для Грузии. Сейчас в одном пакете идем опять. Безвиз для Украины и для Грузии должен проголосовать Европейский совет. Это высший орган европейской власти, когда все президенты всех 28 стран, входящих в ЕС, должны проголосовать. Причем так называемым квалифицированным большинством. Когда там есть какие нюансы, по-моему, 4 страны, если не проголосуют, то может быть забанен опять и уже надолго. Да? То есть все это мы должны прекрасно понимать. То есть, ну, до декабря, я думаю, нет. Ну, то что ж, снова обещанка, цяцянка, дурневі радості? Ну, уже накопилось, я же говорил, критическое какое-то недовольство даже в окружении украинского президента. И мы это почувствовали, будучи в Брюсселе. Речь всех высказалась Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады. Вот, она четко под камерой, не стесняясь, говорила, что все, уже наступило время, когда Украина не оправдывается, а когда мы ждем сейчас абсолютно конкретных действий от Европейского Союза. То есть все, мы все выполнили, и это прозвучало достаточно жестко и от нее, и от других наших чиновников высокопоставленных. Это можно понять. Действительно, на сегодняшний день, наверное, при экономическом кризисе, ну, надо отдать должное украинскому президенту Петру Порошенко. Все-таки он эту линию евроинтеграции, он последовательно отстаивает. Да? Ну, и будем откровенно говорить, на сегодняшний день безвизовый режим – это то, что можно, единственное, наверное, что можно дать пощупать руками и поставить на стол. И для украинского общества одно из немногих, скажем так. И пусть не все могут этим воспользоваться. Мы все прекрасно понимаем, что
Безвизовый режим – это своего рода символ, это не панацея от всех там наших проблем. Там, но, тем не менее, это знак того со стороны Европы, что она принимает нас в свою семью и считает равноправными где-то вот, ну, в каком-то гуманитарном даже смысле. Ну что такое, в принципе, безвизовый режим? Это же не право на работу, да, это невозможно. То есть все будет по-прежнему, 90 дней пребывания – кучу документов надо на всякий случай вести с собой. Это запрет работать. Хотя, конечно, многие его будут нарушать, будем откровенны. И так наших заробитчан на Западе, в Европе очень много. В одной Италии 500 тысяч человек украинцев работает. Поэтому надо понимать, что это не какая-то не решение всех проблем. Но это знак, который нам до сих пор не подали. Поэтому это очень печально. Ну, это для меня это разочарование. Да, я хочу сказать, что будучи последовательным, ну, сторонником евроинтеграции, я эту тему последовательно веду как журналист. И еще до войны я организовывал там автопробеги журналистов региональных по странам Европы. Я их возил в какие-то европейские институции, в Европарламент в Страсбурге, Еврокомиссию в Брюсселе. Мы встречались с мэрами городов, там, с людьми. То есть я хотел, чтобы региональная аудитория посмотрела на Европу глазами региональных журналистов. Я был, ну, последовательным сторонником. Но даже сейчас у меня какие-то начинают сомнения, откровенно говоря, потому что, ну, если нас не хотят, то, может быть, стоит как-то переориентироваться. Должен быть... И мой хороший знакомый сказал, наверное, у Украины такой здоровый украинский эгоцентризм. Да, все-таки мы должны понимать свою ценность, не размениваться в определенном смысле. Вот так вот. Привідкрити трошки закулісся, власне, самого саміту. Для журналістів завжди цікавий захід, тим більше можливість поспілкуватися із певною кількістю своїх же колег, які працюють там у Європі, українців, європейських колег. Власне, як, чи вдалося поспілкуватися із представниками журналістського середовища, що говорили колеги? Да, мы как раз получили прекрасную возможность пообщаться именно с коллегами. И вы знаете, это тоже своего рода, это порция тоже отличной инсайдерской информации. И это своеобразный барометр настроений, потому что, ну, журналисты все-таки передовая часть общества, в Брюсселе аккредитованы корреспонденты практически всех мировых изданий, всех без исключения. И, допустим, в центральном Брюсселе, ну, Брюссель 2,5 миллиона, ну, центральный Брюссель, именно Брюссель как город, да, там по статистике 25% населения составляет работники европейских институций. То есть это очень космополитичный город, ну, в том числе там вот огромное количество иностранных корреспондентов. И благодаря моей хорошей знакомой Марии Лаури Франчиози, это такая очень пассионарная такая женщина, которая руководит брюссельским пресс-клубом уже много лет. И как раз вот на своей площадке она предоставила возможность пообщаться с коллегами. И их пришло на встречу с нами достаточно много, причем из таких экзотических стран. Тоже все хотят знать об Украине. Там из Египта, из Албании там пришли люди. Вот, француженка там. Ну, много было достаточно людей. Была дискуссия. Вот. И тоже мы поняли, что, наверное, мы сами все-таки многого не доделываем в плане того, чтобы о нас лучше знали в Европе. И это было одно из, как бы, ну, ощущений, которые я вынес из этой... Ну, оно у меня было давно, это ощущение, но оно еще раз подтвердилось. То есть наши коллеги напрямую нас спрашивали, ну, говорили нам, что, ну, ребята, ну, вы определите все-таки, что вы хотите, да, и давайте, ну, все-таки давать объективную картину того, что здесь происходит. Потому что на сегодняшний день все равно работают две пропагандистских машины. И тоже, кстати, ну, как бы о журналистике, да, об объективности подачи информации. Вот западная журналистика, она как раз основана на принципе меньше комментариев, больше фактов, да. Вот я это тоже выучил, когда
почти год, там, в 15 году я работал, писал материалы в финскую газету «Илта-Лехти», да, но они все время требовали там баланс мнений и как можно меньше комментариев. Точно так же и любая другая европейская, западная журналистика. Поэтому, ну, откровенно, мы проигрываем, если можно это называть информационной войной. Не нравится мне это определение, но тем не менее, давайте его используем. Мы проигрываем информационную войну. О нас в Европе ничего не знает. Реально, как-то там полгода назад в такси во Франции, ну, у меня это был шок для меня, я поболтал с водителем такси, и он говорил там, ну, типа, там, брат, ты откуда? Я из Украины. О, вы там воюете. Ну, вынужден был признать, да. А это где? Это, наверное, рядом с Боснией где-то. Ну, я там пошутил, но говорю, ну да, примерно рядом, 2500 километров. А сколько у вас? Там 1,3 миллиона, наверное. Я говорю, ну там раз в 15 поболее, но тем не менее. Ну, то есть даже вот это вот на бытовом уровне. И потом, к большому сожалению, европейский социум, европейское общество подустало уже от Украины. Если раньше мы были на слуху, о нас очень много говорили, очень много писали. Если взять тот же список «Миротворец», печально знаменитый, там 6 тысяч фамилий, большинство из них иностранные журналисты. Ну, то есть мы понимаем, насколько много средств массовой информации хотели о нас знать. Вот. Сейчас этот интерес стух в связи с тем, что новые вызовы, выбрали Трампа, беженцы, угроза терроризма, о которой мы сейчас не говорили, но тем не менее, это тоже одна из причин, по которым, я думаю, безвизовый режим тут же тормозится. Поэтому эту часть вопроса резюмируя, почему я хотел привести в Брюссель наших региональных журналистов и 2 месяца эту поездку готовил, хотя опыт у меня есть, конечно. Мне хотелось всегда и хочется сейчас, что уж коли мы говорим о Европе, и коли мы исповедуем этот европейский тренд, то давайте узнавать о Европе тоже не из каких-то там сообщений, там интернетных или центральных каналов. Да, давайте будем сами смотреть и показывать региональной аудитории Европу и то, что там происходит на самом высоком уровне. Ну, конечно, саммит Украины ЕС – это самый высокий уровень. Давайте смотреть глазами региональных журналистов, которым региональная аудитория доверяет гораздо больше. Поэтому привез, ну, наше агентство региональных инициатив это все организовало. Вот, и мы погрузились в атмосферу самой, как бы, высокой журналистики. Действительно, где в кулуарах можно было поговорить с коллегами, ну, вот, например, в видеосюжетах и в фильмах, которые ребята сделали и с вашего канала, Ольга Коваль, и с ТВ5, допустим, синхрон брюссельского корреспондента радио «Свободы», где, ну, кстати, его экспертное мнение, он часто пишет у себя в Твиттере там, и часто его именно используют. Вот мы под камерой его опросили, ну, не только его, но и много других экспертов, в том числе журналистов, да, потому что у журналистов все-таки чутье на это все обострено. Власне, якраз готуючись до поїздки протягом 2 місяців, чи були якісь перепони, наскільки сьогодні, поки що не маючи безвізу, українцеві поїхати до Європи, особливо якщо у професійних справах, якщо це стосується якраз журналістів, чи є у них певні преференції сьогодні? У журналістів по какому-то там закону или подзаконному акту евросоюзовскому, есть преференции при получении виз, более облегченный пакет документов. Очень часто, как правило, журналистов освобождают от визового сбора, и это уже есть хорошо. Но как общая тенденция, я знаю точно, что сейчас консульства европейские ужесточили наоборот режим выдачи виз, больше стало отказов. Ну и будем откровенно говорить, это уже давняя традиция в Украине, когда зачастую получение визы превращается в череду унижений для наших граждан. Я не говорю сейчас о журналистах, да, ну, с журналистами тоже бывает там,
ну, честно говоря, бельгийское посольство, которое ставило нам визы, ну, затребовало с нас все, что только можно, да, то есть включая публикации от журналистов от моих, несмотря на то, что половина из них члены Союза журналистов Украины, и реально все их знают, но тем не менее затребовало публикации. Я носил визовый центр, там по 15 бумажек на каждого, да. Ну, реально, ну, извините меня, когда они сказали, а давайте приглашение от приглашающей стороны, ну, пардон, какое приглашение? Есть аккредитация, мы аккредитовались официально. Это было этому подтверждение, там, вот. Ну, надо отдать должное представительство Евросоюза в Украине, очень сильно озаботилось этой ситуацией и помогло нам, ну, как-то они быстро договорились с бельгийским посольством, вот, и все это разрешилось. Но, тем не менее, у меня был некий легкий такой, ну, шок и недовольство, и даже возмущение, откровенно говоря. Трудно. Оксана получает визы, зачастую наши сограждане, для поездок в Европу, несмотря на то, что вроде вот он маячит безвизовый режим буквально скоро. Ну, можливо, саме це якраз і трохи створює у суспільстві такий настрій і не дуже сприятливий, да, для продовження більш позитивного сприйняття цієї власне пропозиції, перспективи на майбутнє. І мені дуже сподобалася ваша теза про те, що сьогодні треба думати і про свої якісь егоцентричні українські речі, про свою гідність, зрештою, да, напевно. Ні, звісно, мы очень вкусный, лакомый кусок для любых геополитических раскладов. Все это прекрасно понимают. Но дело не только в этом. Мы, как это сказать, большая страна с огромным потенциалом. И иметь в союзниках Украину выгодно по всем геополитическим раскладам любому большому геополитическому игроку. Поэтому нужно, извините, может быть, это прозвучит крамольно немножко, нужно уметь себя продавать выгодно и с достоинством, вы абсолютно правы. Поэтому ну, безвизовый режим, опять же, я повторяю, это ну, только маленький вот такой штрих, да, во всей этой картине, который бы просто показал бы знак какой-то, Европа бы подала знак, что да, что она нас признает. И, ну, была же коллизия. А сейчас наоборот, сейчас какое-то вот, ну, мне кажется, использование Украины наоборот идет во всех отношениях. Да, нам дают кредиты, но под что? Вот ведь на этом саммите прозвучала тема с Кругляком, да, когда Юнкер довольно проворковал, что вот он получил уже типа одобрение от своего партнера Порошенко о том, что будет лоббироваться сейчас снятие вот этого моратория на вывоз сырьевого леса, да. Ну, дуже складне, до речі, напевно, буде питання, якраз чи приймуть його в парламенті, це ще таке. Я думаю, що в парламенті його не приймуть. Настільки не успіють вони об'яснити, чому це їм треба, чому це. На самом деле, Європейський Союз зараз включив пропагандистські інструменти, якісь об'ясняє, що типу, ребята, це буде хорошо для вас, да? Що от буде менше контрабанди там і так далі. Но извините меня, чтобы было меньше контрабанды, должна украинская таможня быть, работать. Ну, я, может быть, банальной моей экономической какой-то грамоты хватает на то, чтобы понимать, что давайте лучше сделаем так, чтобы украинская таможня работала не в коррумпированном режиме, эффективно, и чтобы этот кругляк не вывозился контрабандой, и чтобы эта деревообрабатывающая промышленность наша украинская получила стимул к развитию, чтобы мебель там или какие-то другие изделия делались у нас в Украине, а не где-то в Европе, а потом к нам бы завозилось бы и втридорого бы продавалось. То есть, ну, меня не убедили в том, что снятие эмбарго, снятие моратория на вывоз кругляка для нас благо, да? Даже за те самые 600 миллионов долларов очередного транша кредита, который все равно надо отдавать. Ви ж знаєте, що матеріал журналістський не може бути без певних висновків. Хотілося б почути вашу точку зору, власне, чим для України обернеться найближчим часом оце обіцяне
отримання безвізового режиму, чи чекати його в грудні, чи коли найближчим часом. І, власне, знову ж таки, як нам, українцям, сприймати подібні пропозиції від наших європейських партнерів? В декабрі у нас, мой прогноз, в декабрі у нас не буде, ми вже це чули, безвізового режиму, потому что не запустили механизм, потому что у Европы свои вызовы, потому что в апреле будут выборы во Франции, в финал которых выходит Франсуа Фийон, который дружит с Путиным, и Марин Ле Пен, скорее всего, выходит, по прогнозам, да, и нынешнее руководство Франции не хочет, чтобы данный Украине без виз стал дополнительним козирем в предвиборної риторики для цих кандидатів. Але тим не менше, ми то розуміємо прекрасно, що рано чи пізно це станеться. Питання тільки в тому, коли. Я думаю, що це буде в лучшому випадку середина следующего года, тобто май-июнь 17-го, июль. Но опять же, если ничего не произойдет непредвиденного, если а куча целая, если запустят механизм, если что-то не выкинет Трамп, от которого ждут, пока, когда инаугурация будет, и какие же он поставит приоритеты в своей политике, как завершатся выборы во Франции. І дуже багато других «если». Дуже вам дякую за можливість поспілкуватися в нашому ефірі. На все добре. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю». Залишайтеся на телеканалі «Зет» до нових цікавих зустрічей в цій студії.